Возможность испытать свои силы и знания, а также побороться за шанс стать студентом одного из ведущих вузов страны, представилась участникам межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба», один из заключительных этапов которой прошел в Российском университете «Дружба народов». Я приехала на олимпиаду «Высшая проба» по праву, чтобы проверить свои знания по этому предмету. И в будущем я надеюсь поступить на факультет Высшей школы экономики по праву. Я первый раз приехал на олимпиаду «Высшая проба». Я надеюсь выиграть. В дальнейшем хочу поступить на юриста. Здесь хочу проверить свои силы перед поступлением. Участие в олимпиаде свободное и бесплатное. Выпускники школ, ставшие ее победителями и призерами, могут быть зачислены без вступительных испытаний на программы, соответствующие предмету олимпиады, или же получить максимальное количество баллов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету. Олимпиада помогает мне проверить мои знания. Я считаю, что такие олимпиады помогут оценить свои способности и в будущем поступить в ВУЗ. Участники высшей пробы справились со всеми испытаниями. Осталось дождаться результатов и определить победителей, которые получат свои заслуженные награды. Екатерина Гульбина, Лейла Сабанеева, новости ТВ РУДН.